Хотите, я вам расскажу, как у нас проходят съемки? Значит, пока мама сидит и собирает домик в поте лица, эти две курицы сидят и играют в Симсов. Всем привет! Вы на канале Мисс Элис. И сегодня мы... Подождите. Рита! Иду! Выползает. Сегодня мы будем распаковывать второй домик. Как вы помните, у меня был еще один, но появился за это время новый, потому что у меня подрастает сестра, и она тоже очень хочет со мной играть. Ничего себе! У нас супер новинка! Этого домика еще нет в магазинах. Вторая часть вышла, да? Да. У Энч Анималс. И это домик оленя. Олень у нас уже есть, куколка это вторая. Ну а вот, собственно, сам домик. Сейчас посмотрим, что там внутри. А снаружи, на коробке, он выглядит вот так вот. И с нами еще смайлик. Смайлик. Наши декорации. Ну что, давай открывать, смотреть, собирать. Давай. Давай. Открывай. Или кто, или я буду открывать? Мы с Ритой. Давайте. Распаковываем, смотрим. Это моя лучшая подруга. Она уже во всех видео почти у меня есть. Так, давайте посмотрим. Мне уже не терпится, что ж там за новиночка у Инченималс. Да мне тоже. Мы, если честно, когда ее с почты забирали, мы очень устали. А есть наложница? Да, у нас очень жарко. Чтобы вы понимали, в Краснодаре сейчас 42 градуса. И мы тащили с почты эту здоровенную коробку. Очень устали. У меня трясутся руки, поэтому, если вдруг что, простите за такую съемку. Ну, как можем. Не могли вам просто не показать эту новинку, так что... Угу. Так, достаем. Вот первый мы уже достали. Тут какие-то оленьи рога. Какие оленьи рога? Дай посмотрю. Олени рога. Вот ух ты, действительно, олени рога. Вот и тут олени рога. Так, здесь еще и куколка мешает. Что это? Ну, это основание, наверное, полка. Ой, Рита. Рита. Так. Ой, там столько пакетиков. Вот еще. Давайте. Выкладываем все. Ух ты, ничего себе, действительно ничего себе. Смотри, это стены. Да. И прикольно. Еще. И еще один пакетик. И еще один пакетик. И так вот все пакетики вывалили? Нет, тут еще куколка. Смотрите, сколько у нас тут всего. Ничего себе. Нет, куклу можно оставить, пока у нас такая есть, мы ее потом распакуем. Понеслась. Давайте начнем с инструкции. Мне нужна инструкция. А здесь, по-моему, инструкция. О. Пока я, значит, разбираюсь тут с инструкцией. Девочки уже разложили мебель и тут что-то рассматривают. Почему на картинке кровать. Один унитаз, а здесь два унитаза? Два унитаза. Все как должно быть. Для животного еще, и для куколки. И еще диван самый классный тут. И умывальник, и диван. Но мы это потом все подробно рассмотрим. Сейчас нам надо собрать сам вот эту вот саму конструкцию дома. Так что... Когда зайки. Все. Забор, что ли? Забор достали. Да. Так, ладно. Давайте все постепенно. Хотите, я вам расскажу, как у нас проходят съемки? Значит, пока мама сидит и собирает домик в поте лица, эти две курицы сидят и играют в Симсов. То есть, вот так вот, понимаете? А потом в конце скажут, мы собрали домик! Мы так старались! Раскидали тут все и ушли. У нас вот такой вот уже замок тут получился, посмотрите. Уже полдома готово, можно сказать. Заселяйтесь. Такая вот красотень вообще. Вернулись блудные дети. Правда, мы еще не доделали. Ничего, сейчас пойдете доделывать. Мы, в общем-то, собрали дом. Мы. Я собрала дом. Смотрите, какой здоровский.
Здесь кексики, виноградик. В общем-то, это кухня. Смотри, там даже плита есть, шкафчик и сковородка. Да, здесь у нас гостиная с цветами в чайнике. А мне еще нравится вот эта дверь. Смотрите, она открывается для маленького питомца и для большой куколки. Да. Прикольно. И тут еще вот такая лесенка. Лесенка на второй этаж. И здесь у нас глобальная ванна. Ты видела, здесь помимо этих унитазиков и раковины есть душ? Да. Вот такой классный цветочный душ. Ставь на место. Фиолетовенький. Да. И кровать. И вот на балконе спит, собственно, питомец. Да. Давай с задней стороны посмотрим домик. Давай, переворачивай. С задней стороны. А здесь красота, домик снаружи. Да. И такая открытая летняя кухня. Ну что, прикольный? Да, очень. Крутой. Посидеть. Крутой домик, нам понравился. Будем играть. Если там хозяину нужно еще погулять, питомец уже хочет домой, он просто вот так открыл и все. Да, и зашел. Класс? Очень классный. Класс, мне тоже нравится. Вот такой у нас теперь есть классный дом для Enchanimals. Они будут ходить друг к другу в гости. Да, теперь нам не придется мучиться, а то мы с Ритой выбираем куклы, а потом в один дом пихаем, а так у нас будет еще второй домик. Супер. И Рита, попробуй угадать, кто в каком будет жить. Я всегда в новом живу. Окей. Ну, это мы потом разберемся. Давай тогда прощаться со зрителями. Да, и Рита тоже. Мы вам показали новиночку от Enchanimals. Такой крутецкий дом. Нам очень понравился. Алиска. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока.